Администрация Твери внесла проект бюджета в городскую думу на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Доходы на следующий год запланированы в объеме 9 миллиардов 200 миллионов рублей, расходы в размере 9 миллиардов 400 миллионов. Расходы города на предстоящие 3 года определены в соответствии с установленными законодательством расходными обязательствами. В числе приоритетных направлений сохранены расходы бюджета на отрасли ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства города. Обеспечены обязательства в социальной сфере. Весь пакет документов передан в Тверскую городскую думу. И в ближайшее время депутатам предстоит приступить к рассмотрению главного финансового документа города на ближайшую 3 лет. Редактор